поехали заправляться. Бензин здесь стоит почти $3, он 3.20 даже. Если средний, там почти $3, если 87. В общем, сходили к кассиру, где заплатил $15. $15 получилось. 5 галлонов. У меня было чуть меньше полбака. Кстати, на заправках тут такие вот раствор лежит, щеточка, чтобы можно было протереть стекло. У меня оно не грязное, но мокрое, поэтому сейчас протру его. Получше было видно. И, кстати, если нужно, вот здесь есть даже салфеточки, протереть стекло, зеркало, допустим, боковое.